мы приступили к озеленению улицы Пушкинской. Я хочу сказать, что это была извечная проблема улицы Пушкинской. Мы пытались здесь и газоны сеять, да, и высаживали хосту. И все, в принципе, дворники, люди затаптывали, все пропадали. Решил Зелентрес, наши специалисты придумали проект по высадке всей улицы Пушкинской можжевельником казацким. Где-то по подсчетам 2500 до 3000 уйдет, это начиная от Лонжероновской, заканчивая ЖД вокзалом. Мы высадим. Планируем высадить где-то до конца этого месяца. Там свои нюансы, сейчас посадматериал привозится с Харькова. Там чуть погода изменилась, но я сейчас думаю, на днях должна подойти машина. Сегодня мы уже прошли, просто пока нету растений, выкапываем ямы. Прошли уже улицу Троицкую. Я думаю, до конца месяца мы справимся с этой задачей. И чем хорошо? Я думаю, люди будут меньше и мусора кидать, меньше будут заходить собаки, да, и дальше с этим можжевельником его можно стричь. То, что вы там видите, где-то есть пробелы, что невысаженный можжевельник, это временное явление, потому что мы меняли так, считали густоту посадки. И там, где есть пробелы, все будем досаживать. А если кто-то видел на площади 10 апреля, там была реконструкция, и мы оставили можжевельник. Ему там лет, наверное, 30-40. Очень большие растения разрастаются. И с него можно и топиарные фигуры потом стричь. Но мы планируем на будущее просто делать квадратную зеленую подушку. Попутно идет высадка растений. На сегодняшний день мы уже где-то, я могу ошибаться, порядка 600 деревьев высадили по центру города, по районам города, да. Деревья камированные, десятилетние. То есть идет посадка старых улиц, да, замена на новые посадки. Ну, все идет в плановом режиме. Попутно и ведется подрезка, да, по всем частям города. Мы сегодня, не сегодня, а дня три мы зашли на Николаевскую дорогу, дорога Котовского. И будем подрезать эти тополя, которые очень много приносят вреда. Карта, она еще полностью не разработана, она в процессе разработки. То есть мы инвентаризируем улицы, описываем деревья, заносим это на карту. Конечно, она нам помогает, мы уже, в принципе, даже цветники заносим. То есть, не выходя, допустим, из кабинета, можно посмотреть, где какое дерево надо высадить, какая порода, какое состояние дерева. Ну, в таком плане, для работы она очень нам помогает. Скажите, пожалуйста, вот эти новые деревья, которые сейчас активно засаживаются по всему городу, эти двухлетние растения, они сразу заносятся в карту зеленых насаждений или это будет потом работать? Я вас поправлю. Двухлетние растения – это хлысты. Ну вот эти… Где? Вы высаживаете по городу деревья… Деревья. Уже… Это десятилетние деревья. А, извините. Да, с закрытой корневой системой. Сразу они не вносятся в зеленую карту города. Они уже сразу есть на карте. Еще хочу сказать, что… Улица Мясоедовская, да, вот этот кусочек, мы нарезали лунки и тоже планируем там по обращению граждан высадить. Там порядка 10, я ходил, разбивал, порядка 10 деревьев. Какой кусочек конкретно? Конкретно это получается от Прохоровской по Мясоедовской сюда в сторону парка Преображенского. А дальше на Молдаванке планируется озеленение, там Лазарева, Степовая? Я могу сказать вам, по Малиновскому району уже высадили, наверное, деревьев 200. Мы еще не заканчиваем посадку, и плюс деревьев, наверное, 300-400 только по обращениям граждан. Да? То есть одиночные посадки, люди обращаются. В этом году еще планируем закончить улицу Софиевскую. Вот это там сделали реконструкцию, мы там высадим порядка 35 сафор. У нас планируется до конца года произвести. Сегодня мы заканчиваем старую Одессу. Хорошо сделали, мне нравится. Но сегодня мне уже перезвонил начальник участка, уже много поворовали. 30 бересклетов украли 2 туи. Поэтому, пользуясь случаем, ну, люди, ну не воруйте, вы сами у себя воруете. Еще не успели доделать, сдать этот объект, уже начинается воровство. Сегодня мы работаем, заканчиваем тоже по высадке растений греческий парк. Сегодня там идет укладка газона, то есть весь греческий парк будет в ковровом газоне. И плюс у него там будут еще высажены растения. После этого мы заходим в парк Преображенский, мы обещали его сделать. Мы будем делать еще обладминистрацию и будем делать проспект Шевченко. Проспект Шевченко будем делать живой изгородью.
вкрапления цветников, можжевельников, ну там свой проект. На каждый объект существует проект. Помимо этого у нас прошли торги, мы закупили где-то 86 тысяч роз. Мы восстановим все старые цветники по розам и будут создаваться новые. Тот же самый греческий, стамбульский парк. На проспекте Шевченко будет досажено. Из расчета где-то 10 тысяч роз будет уходить на старые цветники по всему городу, включая 4 района, и плюс создание новых цветников.